нет, это не концерт и не музыкальный вечер в стенах Дворца культуры. Соната Скрябина в исполнении Светланы Сахаровой звучит в качестве прелюдии к открытию выставки живописных работ художника Натальи Ермаковой. Настроить зрителей на нужный лад и подготовить к восприятию картин. Возможно, такова задумка автора выставки. Без музыки Наталья Ермакова свою работу не представляет. Считает, что все виды искусства должны находиться в неразрывном союзе между собой. Симбиозу двух искусств она посвящает большую часть времени. Ряд работ автора даже являются своеобразными иллюстрациями к музыкальным произведениям. Здесь есть вот такие работы, сделанные на музыку. Просто вот музыка меня тоже очень интересует. И вообще почти все виды искусства как-то воспринимаю интересные. И вот музыка, в частности, тоже. Можно рисовать, слушая музыку, видеть линии, цветовые сочетания. Она просто как бы ведет. Вот. Это совсем не трудно. Однако это не единственная грань таланта художника. Наталье Ермаковой подвластны многие техники. Графика, масло, гуашь, пастель. Среди многообразия жанров любимым остается портрет. Как отметили многие посетители вернисажа, Наталья Ермакова – художник, умеющий показать тонкие грани человеческого духа. У человека глубокий внутренний мир. Человек, который не просто созерцает жизнь, а который, правильно вы сказали, который является еще психологом в жизни, который видит его так, как видит, может быть, никто не видит, как только вот ее взгляд на эту прекрасную нашу жизнь. Пройдя солидный профессиональный путь, Наталья нашла себя в преподавании. Как подчеркивает художник, работа с учениками позволила все время находиться в творческом процессе. И вот уже много лет живопись для нее – это жизнь. «Буду заниматься творчеством до последнего вздоха», – говорит художник. Все время ощущение, что тебе нужно, ну, что тебя зовут какие-то дали творческие, какие-то глубины, они открываются постоянно, если есть желание. Открывается это все, и оно тебя зовет и стимулирует к росту. То есть рисовать не прекращаешь, хотя бы потому, что вот есть этот зов какой-то вот к чему-то высшему.